Сегодня, 4 апреля, завершился матч 24-го тура российской премьер-лиги «Урал-Арсенал». С первых минут матч начался с фола Калинина в чужой штрафной, вследствие чего ему вручили желтую карточку и назначили пенальти. Но Пантелеев слабо пробил и не сумел переиграть голкипера с 11-метровой отметки. Гадзюр намертво забрал мяч. И на 14-й минуте матча после навеса Калинина с углового Погребняк головой открыл счет в игре. С самого начала матча Урал играл в активную атакующую игру, и их преимущество было явным. Но по итогу матча Арсенал значительно владел мячом. Но счет на табло не поменялся в их пользу. И на 86-й минуте Урал удваивает преимущество. Гаджи Мурадов убежал от всех, вошел в штрафную и переиграл вратаря. Таким образом матч закончился со счетом 2-0 в пользу Урала. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!